Теплый июльский день. Солнышко светит, ветерок дует, и дед собрался на рыбалку. Уже закормил, подготовил место. Рыбалка будет в честь солидарности со спортсменами, которые в Италии участвуют в чемпионате мира по фидеру. У нас в Литве на реке Неман очередной тур поплавочников. Ну и дед не может сидеть без удочки. Вот здесь вот соседи есть, на донку ловят, но пока ничего не ловят. Вот так вот, будем пробовать. Yeah.
Dar vieno. O, blečia. Kamerų. Jeigu buvo, kie, na, jis buvo. Дед рыбалку закончил. Сейчас посмотрим, сколько надергал дед. Две плотвички. Дели дели. Да. На море в Оренском дед рыбку ловил. Наловил 3 килограмма 700 грамм. Там люди загорают. Вода – это радость. Кому плавать, купаться, кому рыбу ловить. Вот здесь тоже мужики. Суперфедерами, или как криминалисты говорят, вещь похожая на удочку. Спасибо, море Варенское, на сегодня хватит, едем домой.